Китайская автомобильная корпорация начнет производство автобусов в Саратовской области. Соответствующее соглашение 14 октября подписали региональные чиновники и представители бизнес-элиты Китая. Согласно договору, филиал корпорации Dunfin Motor, широко известный в мире производством легковых и грузовых автомобилей, а также запчастей к ним, начнет сборку первой автобусной линии на территории красноармейского завода «Сигналмаш». На промышленном объекте уже создана определенная техническая база. Имеются инженерные коммуникации, газо- и водопровод, канализационный коллектор и очистные сооружения. Объем инвестиций от производства составит более 100 миллионов долларов. На российско-китайском предприятии планируется изготавливать 500 автобусов городского типа ежегодно. По словам главы региона, такое сотрудничество станет выгодным не только для китайской страны, но в первую очередь для нашей страны. Мы понимаем, что сегодня, в каком состоянии у нас автобусный парк, и сегодня приобретение идет разных брендов мировых, но учитывая, что компания сегодня, которая здесь представляет, на рынке более 60 лет и работает совместно с производствами Европы, Америки, Японии, и сегодня выпускает линейку как автобусного парка городского типа, так и промышленного транспорта, грузового транспорта, легкового транспорта, нам очень важно с такими партнерами иметь сегодня взаимоотношения. И тот бренд, который может в ближайшее время появиться на территории Саратовской области, это еще один выпуск автобусов городского типа. Это очень важно как для имиджа, как для экономики, так и для жителей нашей Саратовской области.